друзья мои, я снова-снова на эту сцену выхожу. Сказать, что мне здесь что-то ново, в который раз не нахожу. И все же каждый раз живая, как родниковая вода, скрывая страх и спесь срывая, она волнует, как всегда. Ее любви огонь бесценный меня заставит пережить любовь и радость, вдохновенья и снова, снова вас любить. Ее любви огонь бесценный меня заставит пережить любовь и радость, вдохновенья и снова, снова вас любить. Проходят дни, несутся годы, дороги, страны, города, переживая все невзгоды, останусь с вами навсегда. И в этот день на этой сцене оставлю снова сердце я и преклоню свои колени и прошепчу: любовь моя. Ее любви огонь бесценный меня заставит пережить любовь и радость, вдохновенья и снова, снова вас любить. Ее любви огонь бесценный меня заставит пережить любовь и радость, вдохновенья и снова, снова вас любить. Добрый вечер, дамы и господа, дорогие друзья. Спасибо огромное, что пришли сегодня вместе встретить мой праздник небольшой. Он действительно небольшой, потому что, ну, что это за цифры? Вот. Хотя, знаете, я вначале приготовил такую большую речь, писал ее, думал, что сказать вам, вот. Но потом эта речь превратилась в такую небольшую песню на мои стихи, которую я вам сейчас исполнил. Это песня о жизни, о моей профессии, о песне и о вас, конечно, дорогие зрители. Должен вам сказать, что сегодня у меня очень много друзей и в этом зале, и, конечно, у экранов телевизоров, которые собрались, чтобы послушать прекрасные песни, которые звучали для вас все эти годы. И просто хочется сказать им еще слова благодарности. И я думаю, что надо просто уже открывать занавес и начинать наше с вами представление. Как будто в океан могучие ветра нас вынесли, и детство за спиной, и помним о нем единственном. И оказалось вдруг, мы выросли, уже мы выросли. Доказывать пора, доказывать, на что годимся мы. И пусть учащается наш пульс, начинается наш путь, начинается песня. Звездным морям плыть и бессмертными быть.
пройдем мы по земле с огромными ее закатами. Закатами научимся любить и плакать, и молчать у знамени. У знамени. И утро настает, и в лица нам глядит загадочно. Загадочно. Чего-то ждет от нас, но этого пока не знаем мы. И пусть учащается наш пульс, начинается наш путь, начинается петь. Воздух степной пить и по звездным морям плыть и бессмертными быть. Джентльмену нашей эстрады, чемпиону российской сцены и кумиру миллионов наши с вами аплодисменты. Давайте пошумим, друзья, поаплодируем. Звездным морям плыть и бессмертными быть. И город споет с нами, и учащается. Учащается наш начинается. Курс. Начинается наш начинается курс. Песня. Начинается песня. Нам жить, этот воздух степной пить. По звездным морям плыть и бессмертными быть. И по звездным морям плыть и бессмертными быть. Нашему льву слава! Спасибо! Спасибо! Спасибо, хор Турецкого. Спасибо, ребята. Дорогие друзья, вместе со всем залом, со всеми заинтересованными лицами, давайте споем с днем рождения Льву Валерьяновичу. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Дорогой Лев Валерьянович. Happy birthday to you. Как же дорог для всех наш талантливый лев. Этой рощи соловьиной знаменитый напев. Мы со всею душой юбиляр все, Москва, Россия. Поздравляем! Ура! Ура, товарищи! Спасибо! Просто чудо. Спасибо, ребят. Я очень тронут. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, дорогие друзья, наша жизнь так скоротечна, вот там 30-40 лет промелькнула незаметно совершенно, и что-то уже стерлось в памяти. Но творческий вечер или юбилей не может, наверное, обойтись без воспоминаний каких-то. И понятно, что я уже не все, так сказать, хорошо помню, поэтому мы сделали такой небольшой ход. Я пригласил свою прелестную подругу, которая вместе со мной сегодня проведет этот вечер. Да, замечательная, великолепная телеведущая Яна Чурикова. Встречайте ее.
спасибо огромное за честь и доверие. Ведь это действительно очень важное событие не только в моей жизни, в жизни вообще всей нашей страны, ваш день рождения. И не отнекивайтесь. Вы, наверное, сегодня получили один из самых главных подарков для каждого артиста. Во-первых, вы встречаете свой день рождения на сцене. Это очень важно. А во-вторых, вы посмотрите в зал. Это не просто аншлаг, это переаншлаг. Еще миллионы телезрителей сейчас смотрят этот концерт в эфире Первого канала. А знаете все почему? Потому что мы единое целое. Мы без вас никак. Вы не только наша история, вы спасибо. Наша настоящая. Поэтому сегодня мы вас будем поздравлять и, конечно же, изучать. И вместе с вами, дорогие друзья, мы будем перелистывать страницы книги вашей жизни, вашего семейного альбома. Кстати, название первой главы вы придумали сами. Называется она «Начало-начал, родительский дом». И пускай сейчас прозвучит эта песня. Я бы очень хотел, чтобы вы со мной вспомнили эту песню. Может быть, припев хотя бы споем все вместе. Хорошо? По-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань — родительский дом. Родительский дом — начало-начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах. Земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы с тобою в долгу не оплаченном, свято помни об этом всю жизнь. Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. У меня есть для вас официальное поздравление. Позвольте, пожалуйста, зачитать письмо от председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Уважаемый Лев Валерьянович, примите мои сердечные поздравления с днем рождения и самые добрые пожелания. Замечательный певец, вы завоевали любовь миллионов поклонников. Ваши песни «Соловьиная роща», «Не плачь, девчонка», «Притяжение земли», «Городские цветы», «Команда молодости нашей» и, конечно, «День Победы» стали по-настоящему народными. Их с удовольствием вместе с вами поют представители разных поколений. Люди особенно ценят то живое, искреннее общение, которое вы неизменно дарите на своих концертах. Большого уважения заслуживает и ваша педагогическая деятельность. Ваши ученики знают, что с таким наставником они обязательно добьются успехов. Здоровья вам, вдохновения и всего самого наилучшего. К моим поздравлениям присоединяется супруга Дмитрий Анатольевич Медведев. Спасибо. Спасибо.
Лев Валерьянович, про артистов вашего масштаба, ну, как правило, есть такая строка в биографии, он с самого детства знал, что станет артистом. Но в вашем случае это ведь совсем не так. Да, я, честно говоря, не думал об этом, пока мой дедушка папе не сказал, ты знаешь, у Лёва, по-моему, прорезался приличный такой баритон. Вот. И я так задумался после этого. Думаю, может быть, действительно, раз дед сказал, похвалил, значит, это достойно. Но пока вы раздумывали, вы успели перепробовать множество профессий, поиграли в волейбол, баскетбол, послужили в танковых войсках. И чего только не делали, когда были юными и счастливыми. Ну, в общем, да, мы вырвались в большую жизнь с ее событиями, новыми открытиями какими-то. Ну, а в принципе, хотелось понять и узнать, а что там будет там? Что там будет, а пока? А пока... Хорошая песня. Пока мы были молодыми. Опа! Здорово. Восемнадцать, девятнадцать, разливалось солнце вслед, и хотелось целоваться. Вечерами саксофон раскалялся весь от страсти. Тот далекий чудный сон назывался просто счастье. Тот далекий чудный сон назывался просто счастье. Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми, и черемуха вся в цвету. Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми, и черемуха вся в цвету. Во дворе у нас жила то ли Нинка, то ли Милка. Всех она с ума свела, все в нее влюбились пылко. И рыдала про любовь граммофонная пластинка. И гнала по жилам кровь, то ли Нинка, то ли Милка. И гнала по жилам кровь, то ли Нинка, то ли Милка. Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми, и черемуха вся в цвету. Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми, и черемуха вся в цвету. Попивали мы пивко, одуревшие от свободы. Ой. Были где-то далеко наши будущие годы. Что там будет, а пока мы все были молодыми. Кстати, вышла за Витька та, чья я не помню имя. Кстати, вышла за Витька та, чья я не помню имя. Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми, и черемуха вся в цвету. Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми, и черемуха вся в цвету. Конечно, не обойтись сегодня без воспоминаний, каких-то штрихов биографии. Я хотела сейчас вспомнить
1972 год, когда имя артиста Лев Лещенко стало известно не только всей стране, но и всему миру, потому что это было сразу две крупные победы на международных фестивалях. «Золотой орфей» в Болгарии и фестиваль в Сопоте, где, внимание, публика два раза просила исполнить на бис артиста от Советского Союза Льва Лещенко песню «За того парня». И вы знаете, давайте мы тоже, вот кто помнит, тот еще раз это переживет. А кто не знает, вы молодые, посмотрите, как это было, как это есть и как это будет. Спасибо, Яночка. Я хотел бы только объявить песню, потому что музыку написал прекрасный композитор Марк Фраткин, а стихи Роберт Рождественский. Ну а спеть ее я сегодня попросил вместе со мной замечательного моего друга, заслуженного артиста России, Сашу Маршала. Я сегодня до зари встану, по-широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня. Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. С днем рождения, дорогой Лев Валерьянович! Спасибо, Саша. Мы продолжаем, и сегодня мы давайте вспомним то самое время, о котором у Льва Валерьяновича почему-то нету песен в репертуаре. Те самые 60-е,
культурный расцвет нашей страны, когда люди собирались у памятника Маяковскому, у памятника Пушкину, до утра читали стихи. Это ж надо как? Пели песни. Я помню, помню. Я в это время служил в армии просто. А? Да. Приехал попозже. Но я помню, это золотое время, такой российский ренессанс был небольшой. Да, это мы Рождественский, Вознесенский, Евтушенко. Это прелестные композиторы, которые сочиняли тогда песни. Но, правда, это было очень хорошее время. И потом уже появились песни более такие современные, более молодые. Именно об этом времени. Так, может быть, тогда одну из этих песен сейчас и исполним? Конечно. Сейчас на эту сцену выйдет мой друг Саша Буйнов, который и поведает нам об этом прекрасном времени. Тебя занесло. Давно не бывал ты в этих краях, но наш старый двор часто вспоминает тебя. Там на небе луна, там на небе луна, нам сияло и бутылки вина, и бутылки вина было мало. На Садовой-Ямской, на Садовой-Ямской и на Ордынке мы дарили весной, мы дарили весной девушкам улыбки. Эй, друг, помнишь дом? Там было тепло. Танго и рок-н-ролл летели в окно. Еще по ночам ни раз и ни два, что друзья снятся нам. Это значит, память жива. Там на небе луна, там на небе луна. Ох, и нам сияло. И бутылки вина, и бутылки ребятам вина было мало. На Садовой-Ямской, на Садовой-Ямской и на Ордынке мы дарили весной, мы дарили весной девушкам улыбки. Эй, друг, не грусти, на крыльях печаль, умчат журавли в синёкую даль. За светлые дни, за друга плечо нальем по одной, а потом добавим еще. Там на небе луна, там на небе луна, ох, нам сияло. Девчонкам было мало. На Садовой-Ямской и на Ордынке мы дарили весной. Короче, давай за мной. Девушкам улыбки, цветы, конечно, что еще, ребята? Цветы сегодня получает только Лев Лещенко. С днем рождения! Саша, браво! Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. А знали ли вы, дорогие друзья, что наш эстрадный певец Лев Лещенко служил в Большом театре? Ну, конечно. Служил, служил, да. Было дело после школы. Так, так, так. И что же вы там исполняли? Ну, что исполнял? Я носил там декорации. Но, тем не менее, в общем, это была для меня большая школа. Я многому чему научился там. Но, кстати, если оперная сцена, может быть, конечно, и проиграла от вашего отсутствия на ней, но она сегодня решила прийти к вам самостоятельно. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену артистов театра «Геликон Опера» под управлением народного артиста России Дмитрия Бертмана. Дмитрий Бертман.
бездробными провозглашаем ты наш кумир, и всем нам друг и брат. И с юбилеем мы поздравляем, и любви тебе желаем, и новых наград. Полон зал, все жаждут представления, глаза горят, ты снова рвешься в бой. И неизменно в страстном волнении мы тебя встречать готовы, ты наш герой. Друг большой везде был рядом с нами, подставляя нам свое плечо. Песнь твоя — подарок и награда, и тебя мы любим горячо. Вперед! Смелей споем еще по 75, смешно сказать, взгляд задержать, 40 не дать. О, твоя рука тверда и ясен взор, пой для нас вновь и вновь. Ты была страсти, тебя любовь. 75, смешно сказать, взгляд задержать, 40 не раз. Нам нарисуй неистовый забор, мы с тобой вновь и вновь. Ты наш герой, кумир, тореадор, и ждет тебя любовь. Максим Перебейнос и Алексей Исаев, а также вокальная группа академического ансамбля «Песни и пляски» войск Национальной гвардии Российской Федерации. Спасибо, ребята! А сейчас я очень хочу пригласить на эту сцену руководителя театра «Геликон Опера» Дмитрия Бертмана. Дорогой Лев Валерьянович, у нас сегодня в оперном мире огромный праздник. Хоть вы и поете на эстраде, но вы наш. И мы вас обожаем, любим. Мы с Лёвом Валерьяновичем учились у одного педагога, у Георгия Павловича Ансимова. Мы ансимовцы. И Владимир Винокур тоже. Мы все ансимовцы. Лев Валерьянович, спасибо вам огромное. Мы счастливы, что вы тоже геликоновец. Он наш друг, потрясающий человек. И он всегда поможет любому певцу, любому человеку, любому вообще. Спасибо вам огромное. Дим, спасибо тебе огромное. Спасибо. Это вам шпага Тореадора. Подожди. Потому что Тореадор... У меня пароль в карманах, может, у меня... Правильно. Да. Ну, будем считать, что я тебе отдал. Все. Отлично. Продюсер. Я очень надеюсь, что там бык меня не ждет за кулисами, не? Не, Лев Валерьевич, бык вас ждет на банкете. Слушай, а мы продолжаем. Лев Валерьевич, после побед на всяких международных конкурсах вы же действительно стали в один момент как-то резко знаменитым. Да, мы много работали, конечно, это бесконечные поездки. Причем работали мы в разных уголках нашего Отечества и по много концертов. Понятно, что обойтись без помощников было невозможно. И вот в сольных концертах обычно появлялся человек, которого называли конферансье. Вот я вспоминаю свою первую поездку, там был один мой большой друг, который просто помогал мне и заполнял, не только заполнял, но и вел программу, делал номера всевозможные. Очень талантливый актер, ага. Мой большой товарищ. Слушайте, но тогда у вас есть сейчас возможность отплатить добром за добро вашему первому конферансье, которого да. Вы, конечно же, я очень хорошо помните. Я очень рад, помните, что он пришел. И я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену народного артиста России, моего большого друга, Геннадия Викторовича Хазанова. Мы знакомы с Левой почти 50 лет. Я никогда не видел вот этой фотографии. Да, уже тогда было видно, как по верхней части туловища
так и по нижней, что успех у Лёва будет всегда большим. Хотя вообще-то успех понятие относительное. Ну, успех в 5 лет – это проснуться в кровати сухим. Успех в 17 – суметь переспать с женщиной. Успех в 25 – суметь найти жену. Успех в 35 – семья и работа. Успех в 45 – работа и семья. Успех в 55 – суметь найти жену. Успех в 65 – суметь переспать с женщиной. Успех в 80 – проснуться в кровати сухим. Левушка, у тебя еще 5 лет впереди. Вы знаете, к сожалению или к счастью, не знаю, но такие времена, люди не пишут друг другу писем. Я решил сегодня обратиться к юбиляру с открытым письмом. Ну, такая форма практически исчезла, но я позволю себе это сделать. Дорогой Левочка, прости за некоторую фамильярность, но правда не знаю, как по-другому к тебе обратиться. Ты не объявлял себя королем эстрады, ничем не эпатировал своих зрителей, даже не брал себе сценический псевдоним, как, например, Ани Лорак. Она просто взяла, написала свое имя Каролина наоборот. Представляешь, Лев, если бы так поступила Тута Ларсен? Вообще только время все расставляет по своим местам. Только оно определяет, где настоящие звезды, а где просто светлячки. Как часто можно видеть, что успех, вместо того, чтобы давать свободу выбора, становится образом жизни. Наша эстрада что только не делала. На льду каталась, в воде плавала, под танки бросалась, в цирке выступала, с быками дралась. Ну, осталось только научиться петь. И, как сказал поистине знаменитый Дастин Хоффман, сегодня знаменитостями являются не отдельные люди, а молодость. Молодые люди сами себе голливудские звезды. Ну, в современной России примерно такая же картина. Например, не успел Киркоров выпустить шоу со скромным названием «Я», как Басков тут же собрался выпускать свое шоу «А я?». Не желая никого обидеть, смею утверждать, что тебя, Лёва, звездой объявила страна. Объявила почти полвека тому назад. Я это хорошо помню. Ну, раньше нужно было быть знаменитостью, чтобы позволить себе закатывать скандалы, а теперь нужен скандал, чтобы стать знаменитостью. Фраза... Фраза «человек в 75 не живет, а мстит правительству». Тебе никак не относится. По сегодняшнему курсу ты уже гораздо дороже доллара. Но ты живешь не на 75 лет, а на 380 вольт. Ты действительно счастливый человек. И не потому, что сегодня в России одни живут на рублевке, а другие на копейки. Говорят, что порой для полного счастья человеку не хватает только одного – 1 миллиарда. Ты за свою жизнь по количеству своих почитателей практически стал миллиардером. Конечно, автобиография счастливого человека может состоять из одного афоризма. Я родился сразу после потопа и не дожил до землетрясения.
Да и в этом прекрасное исключение. Ты родился в землетрясении нашей страны, в социально-политическое землетрясение. Жил, рос в разгар военного потопа. При этом, знаешь, Лев, я никогда не слышал, чтобы ты сердился. И даже в сердцах посылал кого-нибудь туда, куда часто посылает Володя Винокур. Знаешь, ты просто просишь всех оставаться на своих местах. Вот, собственно, и все. Может, ты таким образом сохраняешь свою нервную систему. Я по себе хорошо знаю. Но раз пошлешь человека куда-нибудь подальше, потом весь вечер мучаешься, дошел, не дошел. В общем, считается, что мудрость приходит с возрастом. Хотя часто возраст приходит один. Левушка, я считаю тебя очень мудрым человеком, ибо мудр не тот, кто знает многое, а знает нужное. Это ведь я от тебя узнал, что русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций. Но еще больше он славится умением находить туда вход. От тебя я, Лева, узнал, что футболист сборной России отличается от пирата тем, что у пирата только одна нога деревянная. Что если ты не прав и молчишь, ты мудр. А если ты прав и молчишь, ты женат. Что учебный год очень похож на беременность. Длится 9 месяцев, а тошнить начинает уже со второй недели. От тебя я, Левочка, узнал, что чем старше становится мужчина, тем больше свидания напоминают ему собеседования. Что сестрица Аленушка, первая из девушек, доказала, что все мужики – козлы, стоит им только напиться. Что супружеский долг не имеет ничего общего с займами и кредитами, потому что его не берут и не отдают. Он подобен песне, его исполняют. От тебя я узнал, что никогда не нужно сражаться с женщиной, и победа, и поражение будет твоим позором. От тебя узнал, что в основном российские семьи живут в достатке, то она его достанет, то он ее. И что далеко не все детские мечты осуществляются. Вот один мальчик в детстве мечтал стать певцом, а стал певицей. Учитывая, что настоящая мудрость освобождает умы от тщеславия, а главное, что она немногословна, закончу цитатой одного мудреца. Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью. Лева, ты человек чести. Спасибо, Ген. Спасибо, Ген. Есть то, чего точно никак не могут помнить современные артисты. Это худсоветы. Дело в том, что худсоветы – это было неплохо совсем. Я, кстати, да, тоже так думаю. Была своего рода селекция такая, которая отбирала что-то, да. Но казусы были, безусловно. Я не выступал на первом «Голубом огоньке» и позволил себе такую шутку. Я в конце песни просто подпрыгнул и высоко сделал такую точку. А председатель гостелерадио, он сам вел эти худсоветы, он сделал паузу и сказал: «Лев, ты как прыгнул, а?» И все затихли, говорят: «Песню убираем, вырезаем из «Огонька». Он говорит: песню вырезайте, прыжок оставьте». Лев Валерьянович, а можно мы сейчас вас попросим этот прыжок повторить на бис? Я знаю, вы можете. Нет, безусловно, если кто-то будет петь. Сосо Павлиашвили. Сосо Павлиашвили. И балет «Колхида».
со мною рядом ты. А тебя вдруг скорый поезд унес. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не иначе любовь, не иначе любовь. Вот что это такое? И в лужах дождь блестел, но твоей не видя красоты. Верю я, любовь живет за 39 земель, и не думал, что она это ты. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Люблю. Мы проехали с тобой по многим жизненным маршрутам. И знаешь, честно, люблю грузинский народ, люблю Грузию, люблю песни грузинские. Давай тихонечко. Тбилисо, звезда вардебис махаро, пушино, свистос клецар минда, садари, Вагана хали варази, садарис, чагара мтацминда. Браво! Спасибо. Спасибо, с днем рождения, спасибо, дорогой, пришел, низкий, да, тебе поклон. Знаешь, спасибо! Я, ты знаешь, вспомнил вот эту прекрасную песню на грузинском языке. Все годы приходилось ездить очень много, не только по нашей стране, но и за рубежом. Ну и, в общем, толдычили, учили, потому что я не знаю ни одного языка, но петь приходилось. Это был хороший очень багаж для меня, потому что все началось в ансамбле «Песни и пляски», когда я служил в Германии, я там пел немецкую песню «Immer wieder sind das jene alte Lieder, die wir singen, wenn die Nächte und die Freunde in das ist schön». Ты еще... Я идущий, пару слов идущий поняла, я, да, так думаю. И, а потом, знаешь, потом был это «Если ты не existe pas, moi pourquoi j'existe?» Или испанский, там, допустим, да. «Ой, pasaste por mi lado, sin fojarte, sin mirada». Почему не аплодисменты брата не звучат сейчас? Самое потрясающее, конечно, было выучить что-нибудь на китайском. Вот. Я помню, начинал концерт с песни «Мэй гун чан дан ди мэй син джин гоу». Простите, что? Значит, что? Без коммунистической партии нет нового Китая.
Вот, да. А потом мы пели, заканчивали песни «Подмосковные вечера». Костя сейчас наиграет. Я хочу вас научить на китайском петь, хорошо? Давайте попробуем. Женю хау ин ли, си чу тин ця у тя, шуэ бу цай ша ша ся, если дому хау лин во син шэнь вай, цай же минь, шэнь же вай, шань. Повторяем. Если дому хау лин во син шэнь вай, цай же минь, Жень живань шань. Браво, еще раз браво. Пока мы не выучили вот это хорошо, синь жей майн и джей бау ша. Давай к русскому вернемся. Давайте вернемся к русскому языку, к русской песне. И, конечно же, его основательнице и руководительнице Надежде Бабкиной. Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». Надежда Бабкина. Потрясающе. Настя, спасибо тебе огромное. Ну, может, же что-нибудь споем? Романс какой-то. Очень черный. Давайте. Поехали. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я, о, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Продал бы так, я бы прожил жизнь, припеваючи, вы сгубили меня, очи черные, унесли наверх жизнь и счастье, очи черные, очи страстные, очи жгучие. Видел вас я в недобрый час.
я вас. Знать увидела вас, я б не дал. Спасибо. 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 Провожаем. Спасибо. Замечательный вечер, замечательный праздник. Знакомые лица в зале, знакомые лица на сцене. Друзья вокруг. И вот одного такого вашего друга для миллионов наших телезрителей, любимого уже многие десятилетия артиста, я хотела бы позвать на эту сцену народный артист Республики Азербайджан Палат Бюльбюль-Оглы. Дорогой Лёва, дорогой Лёвушка, глубоковажаемый Лев Валерьянович, мы познакомились с тобой где-то в середине 60-х годов. Ну так, навскидку уже 50 лет, страшно сказать, но это факт. И я хочу сказать, здесь сегодня много говорили о том, что Лёва удивительный человек. Вот в этом мире эстрады это такая очень яркая человечная звезда. И вот на протяжении всех этих лет так получилось, что на мои юбилеи и на 50, и на 55, и на 60, ну извините, на 65. Больше не было. И даже на 70. Да, было. Лёва на всех присутствовал, а у меня было по два, в Баку и в Москве. Поэтому я не мог сегодня не прийти, не мог тебя не поздравить. Хочу вернуть тебе свой дружеский долг. И долго думал, какую песню спеть. Ну, конечно, какую песню спеть. «Как жили мы, борясь». И смерти не боясь. И так стою у жизни на краю, но лик ее и в этот миг прекрасен. И если ты со мной, мой друг, согласен, бессмертью жизни жизнь отдай свою. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном огне. Любовь, надежду, веру, новый путь не может зло отнять у нас с тобою. Как счастье жить, то радостью, то болью, и смерть сама не в силах зачеркнуть. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном огне. Нам все дано, поступок, мысль и речь, и только это в нашем мире властно. Украсить жизнь, чтоб жизнь была прекрасна, своей жизнью, жизнью вековечь.
как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Браво! Встретимся на 80-летии у Льва Валерьяновича. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Да здравствует Лещенко! Все помнят хорошо фильм «Тегеран 43» и эту песню, которая там звучала и которую не пел Лев Валерьянович Лещенко. Но сегодня она тоже прозвучит в нашем концерте. Знаете почему? Потому что все хорошие песни рано или поздно попадают к Лещенко. Эта песня, мы записали ее с Тамарой Гверсетели для многосерийного фильма, который прошел по центральному телевидению. Много-много раз она звучала, поэтому, может быть, она второй виток такой сделала. И теперь она очень популярна у нас в народе, и мы с удовольствием споем ее сегодня с моей самой лучшей партнершей Тамарой Гверсетели. Народная артистка России и Грузии Тамара Гверсетели! Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно предание без конца, как поцелуй, и все тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь навсегда, и видит Бог, надея, жду, когда увижу вновь эту мою. Идет она, минуя мрак и туман, туман, обман. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, рана в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова тревог и слезы наконец, приют для всех уже прожитых утех. Зорька рассветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет. Блаженный летний зной, извечный летний зной. Вечная любовь, живут, чтобы любить, до слепоты и до последних дней. Одна лишь ты, жить любя, одну тебя. Всегда.
больших мастерах, о больших композиторах, которых действительно в советское время было немало, какие песни были написаны, которые живут с нами до сих пор. И иногда бывало так, что песня оказывалась лучше и жила дольше, чем фильм, которому она была написана. Вот сейчас как раз будет тот самый случай. Вот кто-нибудь из вас, дорогие друзья, помнит документальный фильм «Обычный космос»? Ну, песня потрясающая, да, на стихи Роберта Рождественского. Я сегодня второй раз вспоминаю имя этого великого поэта. А Давид Федорович Тухманов написал песню к этому фильму, которая уже, так сказать, сорокалетие живет на этой сцене. И вы знаете, Давид Федорович, извини, что я сегодня не буду петь эту песню в том самом классическом изложении, а ее споет наш очень популярный, любимый на сегодняшний день просто великолепный певец Стас Михайлов. С днем рождения, счастья, с долгих лет жизни. Главное, любимый класс, не уставайте жить, и пускай счастье будет в вашей жизни всегда, надолго. Как безмерно оно, притяжение земли, притяжение полей и печальных ракет, тех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Высокие, там степи бескрайние, там ветры летят по просторам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои. Притяжение полей, притяжение ракет и закатов высосен в пушистом снегу небольших деревень и больших городов и ночного костра. Лев Ульянович, в вашу честь сегодня все аплодисменты, счастья, долгих лет жизни. Вы же действительно сотрудничали со многими композиторами, но есть один, с кем вы записали, внимание, вам ничего эта цифра не напоминает? 75 песен, что очень символично. Кто же это такой? А-а-а!
Неужели вы не знаете? Конечно же, это Вячеслав Добрынин, дамы и господа. Доктор Шлягер. Искупайте его в аплодисментах. С тобой, друзья, мы с нашей первой песней. Я вас люблю, она так называлась. Случилось это все в 20 веке, и мы друзьями на века остались. И нам с тобой, конечно, есть что вспомнить, поскольку в нашей жизни все бывало. И я тебя с девчонкой познакомил, той, что потом твоей женою Ирче женою стала. Пусть сыпет соль на рану, пусть сыпет соль на рану, поют и пьют на взрыв, и поют на взрыв, нам все по барабану, когда душа горит. Когда по жизни вместе, то нас не победить. С тобой все наши песни все время будут жить. Висят повсюду в городе афиши, где наши имена в одном концерте. И никогда никто из нас не лишний, когда поем с тобою в одном дуэте. Знакомы мы с той нашей первой песни. «Я вас люблю», она так называлась. Случилось это все в 20 веке, и мы друзьями на века остались. Пусть сыпет соль на рану и чай на спину льют, нам все по барабану. Пусть чепуху несут, когда по жизни вместе, то нас не победить. С тобой все наши песни все время будут жить. Поздравляю тебя, мой друг. Спасибо. Искренне. Спасибо, Слава. Я вижу родные лица. Вы обратили внимание, там слово «Ирче»? Это волшебное как слово. Как ты это зарифмовал? В жизни. Ну, я не зарифмовал. Писал так. Оно, это я придумал, кстати, сам. Потрясающе, Я почти Слава. Выгляжу, как Дербенев. Я тебе очень приятно. Ирче, тоже тебе признателен за эти стихи. Ир, я ради тебя все старался. Давай что-нибудь нормальное, твой хит какой-нибудь споем. А у меня вот я, например, пел... 75 песен, все были нормальные. Не, ну, я когда-то очень давно пел песню. Еще нормальные были у Дают Федоровича, который я давно не видел, Тухманова. А песня называется просто «Все, что в жизни есть у меня, это вы все, друзья песни, музыки, друзья Льва Валерьяновича. Все поздравляем его с юбилеем, и звучит для вас эта песня». Вот так, так, так! Мир непрост, совсем непрост, нельзя в нем скрыться от бури, от гроз, нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед и брошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет. Есть дом родной и тепло огня, и у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты, это все ты. Все, что в жизни есть у меня, все,
чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Мир непрост, совсем непрост. Ансамбль «Самоцветы». Но не боюсь встречаем. Я ни бури, ни гроз. Не страшен холод, не страшен зной. Если со мной, ты рядом со мной. Ты не грусти, ты зря не грусти. Когда вдруг станет беда на пути, с бедой я справлюсь, любовь храня. Ведь у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Связано только с тобой. Слава, ты знаешь, я сделал такой небольшой коллаж из твоей песни, и рядом с твоими песнями прозвучат еще две замечательные мелодии и ребят из ансамбля «Сибры» и ребят из ансамбля «Ела». Из ансамбля «Ела». Она называется «Родная земля». Край заветный мой, край, что я зову родной землей. Лишь в твои просторы возвращаясь, я знаю, что вернулся я домой. Вот опять, как в детстве, я смотрю на твою огромную зарю. Уходят прочь мои печали, и вновь я говорю, с волнением, любовью говорю. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля, и доброй судьбою на счастье дала. Сердце одна. Живет в белорусском Полесье кудесница леса Олеся. Считает года по кукушке, встречает меня на пушке. Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат.
тебя в поднебесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо. Родная, родная, родная земля, залы и равнины, леса и поля, и доброй судьбою на счастье дала. Одна ты на свете и в сердце одна. Расскажет старик, как город-красавец в пустыне возник, как в синее небо взметнулись дома, и как удивилась природа сама. Учкуду три колодца, пусть одни, пусть одни светит солнце. Спасительный круг, Учкуду, Учкуду, три голоса. Пусть одни, пусть одни, пусть одни светит солнце. Ты в пустыне, спасительный круг, Учкуду, Учкуду. Сейчас стоят на ребята, сцене не уходят, нет, Кремлевского нет, нет. 20. Анатолий Ермоленко, легендарные сибры. Фарух Закиров и группа Учкудук. И, конечно же, Вия Самоцветы под управлением народного артиста России Юрия Маликова. Вячеслав Добрынин. И, конечно, Лев Лещенко. Мы, конечно, сейчас в разных государствах живем, разделили границами, но дружба наша сохранилась. Вот смотрите, какая прелестная команда стоит, да? Команда нашей молодости, да? И этой команде, Лев Валерьянович, не хватает тренера, композитора, который озвучил целую эпоху. Встречайте, Александра Пахмутова! Давайте споем песню Александры Николаевны «Команда молодости нашей». С тобою мы объехали полсвета, каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости
власти наши, команда, без которой мне не жить. Наши команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все ярость ведет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-л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 а. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. За что судьбу благодарить? Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Александра Николаевна Пахмутова. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Церемония вручения подарков тебе. Пожалуйста, Фарух вручает тебе. Не одевай просто. А, просто. Ваши аплодисменты. Для Валерьяныч, творческого вот долголетия. Ручной работы мастеров от всех белорусов. Вышиванка, да, низкий поклон. Ваши спасибо, аплодисменты. Для Валерьяныч, творческого долголетия. Спасибо. Творческого. Спасибо. Будьте аксакалы. Спасибо вам большое. Лев Валерьяныч, придется разоблачиться, несмотря на то, что вы действительно аксакал. Александра Николаевна, позвольте, пожалуйста, пригласить на эту сцену поэта, вашего бессменного соавтора, Николая Николаевича Добронравова. Корень. Левочка, с юбилеем! Да здравствует свет наступающих лет! Пусть минуют тебя и невзгоды, и беды, пусть каждый твой год будет годом побед, а каждый концерт – днем победы. А следующая песня, которая прозвучит сейчас, да там не нужно особенных слов, потому что эти кадры из телевизионной трансляции церемонии закрытия Олимпиады Московской 1980 года, они у нас в ДНК. Это с нами останется навсегда. Эти слезы людей на трибунах, этот улетающий ввысь олимпийский мишка. И эта песня, которая прямо оттуда разлилась по всем сердцам и душам людей нашей страны и вошла
прямо в вечность. Итак, Татьяна Буланова и Лев Лещенко. На трибунах становится тише, ай, быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай эти дни, вспоминай. Остаются друзья, остается в сердце нежность. Будем песню беречь. До свидания, до новых встреч. Пожелаем друг другу успеха и добра. Олимпийское звонкое эхо остается в стихах и в сердцах. До свидания, Москва, до свидания, олимпийская сказка, прощай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи друзьям пожелай. Расстаются друзья, остается в сердце нежность. Будем песню беречь. До свидания, до новых встреч. До свидания, до новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Александра Николаевна. Александра Пахмутова, Николай Добронравов. Лев Валерьянович, спасибо вам! Я спасу тебя от метели дней. Украду тебя из плена ледяных ночей. Прогоню твой страх, исцелю мечты над рекою слез. Построю до чудес мосты. Нам даны звезды, чтоб летать. Нам даны весны, чтобы мечтать. Нам дано сердце, чтоб любить. Этот мир создан, чтобы жить. Нам даны звезды, чтобы летать. Нам даны весны, чтобы мечтать. Нам дано сердце, чтоб любить. Этот мир создан. Запах летних гроз и вплету зарю в твой шелковый каскад волос. Я пойму тебя по
глазам твоим разукрашу сны для тебя, исполню их. Нам даны звезды, чтоб летать. Спасибо. Это моя ученица Варвара. Поприветствуйте ее. Марина Лях, Яна Меликаева. Все многодетные матери, между прочим. Поприветствуйте. Ребят, дорогой, мы вас поздравляем. Спасибо. Будьте здоровы, счастливы, чтобы все окружение вокруг вас было именно таким, как сегодня. А мы всегда будем рядом вместе с вами. Спасибо. Вас очень любим. Спасибо. Творческого вам вдохновения, Лев Леонидович. Я хочу сейчас спеть одну песню, которую я очень люблю, и хочу ее подарить вам. Сегодня очень много цветов, но все цветы, конечно, к вашим ногам, дорогие мои любимые зрители. И песня Максима Дунаевского «Городские цветы». Вы ее прекрасно знаете, можете попеть вместе со мной. Зимою не видно зари, где за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь асфальт. Все цветы, на свете я сорву, чтобы ты открыла сердце мне свое. Все цветы тебе одно лишь только я дарю. Все цветы и сердце верное мое. Смотреть в глаза твои и своей душой прильнуть к твоей. Кружится земля сейчас для нас двоих. Нет больше никого на ней. Все цветы, что только есть на свете, я сорву. Сердце верное мое.
Николай Басков. Спасибо. Все аплодисменты нашему неподражаемому великому юбиляру. И все цветы, которые есть на планете Земля, только к его ногам. Все поем, все. И все цветы, что только есть на свете, я сорву. Наши верные сердца! Юбилею! Лев Лещенко! Николай Басков! Все цветы! И наши верные сердца! Лев Валерьянович, огромная честь сегодня смотреть, как общаются ваши поклонницы. Сегодня да, с вами несут цветы. Вот сегодня, спасибо тебе огромное. Я не знаю, четыре поколения, наверное, находятся в зале. И вы знаете, ваша молодость, ваш талант и ваша любовь к жизни, к людям, к песне всегда поражает. И я горжусь, что и счастлив, что имею возможность стоять с вами на этой сцене в день вашего юбилея и петь для вас и для всей страны, потому что вы неотъемлемая часть истории нашей великой Родины. Будьте счастливы и здоровы. И вашей супруге я поцелую руку. Я действительно ей цветы-то купил. Здесь 75. Сам покупал. Браво! Потому что она ваша муза. Спасибо еще раз, Лев Лещенко. Спасибо, Кремль! Вечер сегодня очень теплый и душевный. Дорогие друзья, хотелось бы особенно подчеркнуть, что сегодняшний юбилейный концерт Льва Лещенко проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Самые яркие артистки всех времен, они, наверное, считали особой радостью выступать в дуэте с Львом Валерьяновичем. Но шутки шутками, а самый успешный дуэт, давайте не будем лукавить, Лев Валерьянович, в вашей карьере у вас был все-таки с мужчиной. Кто же это? Ну, знаете, 48 лет вы уже вместе, да. 48 лет вместе, у нас есть три попытки, чтобы догадаться, кто сейчас наконец-то уже выйдет на сцену Кремлевского дворца. И просто так авансом уже отсыпать аплодисментов этому человеку, который много лет как бы ставит перед вами зеркало и дает возможность посмотреть на себя со стороны. Боже, да вас же не отличить. Ну что, Лёва, я рад, что наступил момент, когда можно сказать правду. Я лучше спою. Винокуру я Вова, мне тебя огорчить не втерпешь. Ты других пародируешь клёво, а вот я у тебя не похож. Никогда не машу я ручонкой и вот так не трясу головой. У меня за спиной три девчонки, ты б не выдержал их за спиной.
когда на меня ты не сможешь быть похожим в свете зобер куплет. Я могу, а ты вола нет. Это наша с тобой ранняя афиша, если ты помнишь. Ты стоишь за углом в перчатках боксерских, а я иду. Твоя мечта сбылась. Перчатки, вот они. Дай, пожалуйста, Льву Валерьяновичу перчатки. Вот, и я стану за угол, Лёва. Спасибо. Лёва, спасибо, Володь. Я очень рад, что ты продолжаешь работать. И у тебя впереди огромное количество планов. А в нашем деле, ты знаешь, у нас не уходят, у нас уносят. Но у тебя полно времени, тебе жизненного долголетия и, конечно, сценического. Спасибо, Володь. Спасибо тебе огромное. Любящий тебя Владимир Винокур и моя фабрика звезд. Спасибо. Спасибо, Лев Лещенко. Ура! Наконец-то я все-таки, Ирка. Ирочка, это тебе. Твои любимые цветы. Спасибо. Володя, ты нас все время удивляешь. Это уже шестой ремикс, который Володя сделал, шестая пародия на меня. Он постоянно в работе. Все полно время еще времени. Все время совершенствуется. 80-90-95. Володя, спасибо, я не сержусь, да. Честно тебе скажу. А как ты можешь сердиться? То сердись, как... не сердись. Да, да, ты помнишь, да. Анатолий Дмитриевич Папанов сказал, пародия – это популяризация для артиста. Да, я все делаю возможно, чтобы как-то раскручивать тебя. Володь. Спасибо большое, бесплатно. Спасибо, дорогой. Встречайте, Олег Газманов. Дорогой Лев Валерьянович, сегодня будет, как и всегда, море цветов. Я решил отличиться немножко, потому что это живое дерево, оно долголетнее, оно будет долго-долго стоять у тебя, как символ твоего долголетия на сцене. Я думаю, что вообще, в принципе, я бы вот хотел, чтобы на мои юбилеи дарили бы не цветы, которые срезали, а деревья. Я уже за свою жизнь посадил несколько тысяч деревьев. И вот это дерево, как символ нашей с тобой дружбы, долголетней, пусть оно цветет, растет у тебя. Спасибо. Еще один подарок – это песня. Я твои песни не могу петь просто, невозможно, потому что ты баритон, я тенор. Но я такой жидкий тенор, что лучше я свои песни буду петь. Поехали! Я как Дед Мороз какой-то. Выше руки и больше жизни. Когда мне будет 65, не потеряю этот драйв. На каждой сцене, как и много лет назад. Пускай всему приходит срок, пока не сыпется песок. Пожалуй, рано нажимать на тормоза. Конечно, жаль, что моя жизнь с годами все быстрее бежит, как будто кто-то давит все сильнее на газ. Когда мне будет 65, ловить я буду тут же кайф и воскресать из пепла в шоу каждый раз. Просто надо жить, жить, да, жить, жить и не
свету жить. Просто жить. Я знаю, и в 65 я буду петь и сочинять, из глубины вселенной музыку качать. И глядя в зал, мне надо знать, что вы не зря со мной опять. Я, как прежде, никому не дам скучать. Просто надо жить. Жить, жить, да, жить. Никогда не ныть. Жить, да, жить. Надо просто жить. В лайф, хрипеть, но ноты брать, как будто рубежи. А если я остановлюсь и на дороге покачнусь, вы мне поможете, сказав: давай держись. Давай держись. Давай держись. Давай держись. От юбилея к юбилею наш Валерьяныч не стареет с нашей поддержкой. А вот, говоря о музе, у вас же ведь тоже небольшой юбилей, Лев Валерьяныч. Не будем скрывать эти цифры. Вы можете посмотреть на эту замечательную пару. Вот Лев Валерьяныч, а вот Ирина. 40 лет вместе, если что. Тоже цифры достойные аплодисменты. Наверное, секрет, возможно, в ваших песнях, потому что они как заклинания. Потому что когда вы поете «Нам не жить друг без друга», это означает буквально то, что это означает. Все-таки эту песню следующую мы споем для вас, для женщин этого зала, вообще для всех женщин, которыми я пел все эти годы. Называется эта песня «Нам не жить друг без друга». Ее авторы Александра Пахмутова и Николай Добронравов. А споем ее с прелестной вообще, восхитительной, необыкновенной, еще много-много слов, которые я мог бы сказать, Лолитой. Приветствуем, Лолита! Спасибо большое, Лев Валерьянович, добрый вечер. Лев Валерьянович – это кладезь, кладезь мудрости, кладезь всего человеческого. И я вас очень люблю, никогда не забуду, как в самолете, когда мне было плохо, вы держали меня за руку, вставляли мне кислородную маску в лицо и говорили: «Миляская, все будет хорошо». А сейчас я вам говорю, дай Бог, чтобы каждая улыбка, каждый аплодисмент в этом зале был глотком кислорода. И пусть остается это на века. Я вас очень люблю. Людей пристальные. Стать бы нам чуть-чуть искреннее, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бегут.
без друга. Мы разлучаемся со сказками. Стань ласковей. Слышал я слова правильные, все искал пути праведные. А твои слова памятные, нам не жить друг без друга. Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнюю, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, прошу, стань добрей меня, стань ласковей. Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга. Нам не жить друг без друга. Нам не жить друг, друг без друга. Друга. А мы продолжаем? Я не перестаю работать и пишу постоянно новый репертуар. Вот был случай, я принес Игорю Крутому буквально год назад стихи и попросил его написать романс. И через какое-то время он мне позвонил и сказал: «Лёва, я написал тебе этот романс. И сегодня я бы очень хотел представить вам этот романс». Итак, музыка Игоря Крутого, слова Вильяма Шекспира, сонет. Тот, что перед светом всю душу выставляет на показ, всю душу выставляет на показ. Ночь не лишится прелести своей, когда его умолкнут излияния. Но музыка звуча со всех ветвей, но музыка звуча со всех ветвей, обычный став теряет обаяние. Тебя встречал я песней как приветом, когда любовь нова была для нас. Так соловей гремит в полночный час, весной на флейту забывает летом,
весной, но флейту забывает летом. Ночь не лишится прелести своей, когда его умолкнут излияния, но музыка звуча со всех ветвей, но музыка звуча со всех ветвей. Обычной став теряет обаяние. Я умолк подобно соловью, и я умолк подобно соловью. Свое пропел и больше не пою. Люблю, но реже говорю об Получилось, что мы открываем новую главу в нашем концерте, которая называется «Новое время, новые песни». Блок премьер на этой сцене продолжается, и мы с удовольствием приглашаем следующую артистку и новую песню. Жасмин!
Маэстро Лев Валерьянович! Спасибо! Спасибо, Жасмин. Спасибо. Жасмин, праздником вас, дорогой мой. Спасибо. Встречайте, друзья, Эмин и Григорий Лепс. Да, да, да. С днем рождения, с юбилеем, счастья и здоровья, всего самого наилучшего. Все, что можно пожелать, как говорится, такому красивому, молодому и хорошо одетому человеку, дай Бог, да. А, как сказал, да, ваш пе. Будьте счастливы, мы хотим вас видеть очень долго на нашей эстраде. Может быть, вы нам еще подарите несколько, так сказать, хитов. Мы их потом перепоем и тоже будем зарабатывать. Спасибо вам огромное. Эмин, пару слов скажи. С днем рождения, Лев Валерьянович. Мое уважение, любовь к вам. Вы знаете, без слов вы уникальный человек. Я вас очень люблю, уважаю. Спасибо за приглашение сегодня. Спасибо! Свет перелился через край, от окон темнота отпрянула в испуге. Звонят как колокол лучи, ну просыпайся, жизнь, на севере, на юге. Но с добрым утром, земля, в мире может все. Но с добрым утром береги себя и хорошего пути. Лети! Сперва раскачивают мир собаки-бегуны, первые машины. Женщины, мужчины, но с добрым утром земля. В мире может все произойти. С добрым утром береги себя и хорошего пути. Лети. Может все произойти. С добрым утром береги себя и хорошего. Юбилеем, Лев Валерьевич. Я с вами прощаюсь. Эмик, спасибо, дорогой. Спасибо. Григорий Лепс, Эмин. Спасибо. Лев Валерьевич, вас пришел поздравить еще один очень перспективный молодой человек, очень хороший артист. Он решил раскрутиться на вашем имени сегодня. Вы тоже его поддержите, он очень волнуется. Тоже грузин. Катастрофа. Да. А я страшно не люблю конкуренции, тем не менее. Встречаем Валерий Меладзе. Спасибо.
Лев Валерьевич, дорогой, от всей души с днем рождения. Берем с вас пример во всем, как нужно все делать в жизни красиво. Продолжайте. Дай Бог вам здоровья и вдохновения. А мы спасибо. Будем подсматривать и повторять за вами. Люди не могут быть одни, собираются в стаи, бьют города. Люди жалеют, что они не летают, как журавли. Ищут они клочок земли, где надеются переждать холода. Сори, мама, нету такой земли. Спасибо огромное, поздравляем. Гриш, спасибо. Валер, спасибо. Спасибо огромное. Я вас люблю очень. В любой день рождения, когда уже горячее, а горячее было только что, закончилось, начинается время дискотеки и безудержных танцев, и сейчас будет еще горячее. На сцене народный артист России Филипп Киркоров. Мы действительно потанцуем там между рядами. Ой,
я снова иду в ночной дискобар. За новым скандалом на запах сигар. Когда звучит эта музыка вокруг, я краду всех парней и подруг. Она уже моя, сомнений нет. И мне не важно, что ее обнял брюнет. Я знаю, что сейчас я решу разговор и крикну: эй, танцор! Еби-да-би-да, еба-ба-ба-бой. Ну, заведись, я дискобой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Еби-да-би-да, еба-ба-ба-бой. Ну, заведись, я дискобой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, уведу всех за собой. Мне не нужен дринг, я крутой как Стинг. И она как Пинг, одно мгновение. Я уже стою и свой хитовый трек для нее пою. И от этого прикола толпа впадает в транс. Сносит им крышу балканский диско-данс. Грохочет весь зал, как в небе гроза. И я пою ему глаза. Еби-да-би-да, еба-ба-ба-бой. Ну, заведись, я диско-бой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Еби-да-би-да, еба-ба-ба-бой. Ну, зарядись, я диско-бой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, уведу всех за собой. За собой. Филиппе. Ну, супер. Слушай, ну, 85 лет. Невероятно. Лев Валерьянович, сегодня такие цифры звучат. 75, 65, 85. Для меня 25 лет назад было большой честью принять в первом большом таком юбилейном вечере в России, по-моему, тогда был еще Советский Союз, нет? Я уже так давно... Да, да, это был советский... Ну, уже так, ну, где-то уже туда-сюда. И это было 50-летие Льва Валерьяновича. Прошло 25 лет. Полный зал, такой же полный зал. Такой же потрясающий, красивейший вечер. Только мы стали все на 25 лет старше. Сегодня у вас 75, а мне через пару месяцев будет здесь
в этом дворце. Я приду на твои 75. Ну подожди, надо сначала мне мои 50 пережить через пару месяцев здесь, понимаешь? Поэтому я должен смириться с этой мыслью, что мне будет 50. Я не знаю, ты как смирился, 75? Абсолютно. Тогда давай договоримся. Через 25, когда мне будет 75, я буду пить у тебя на столетие. Браво, спасибо. Лев Лещенко! Уникальный человек. Спасибо. Кстати, карьера началась в Болгарии. Скажи, Золотого Орфея. С юбилеем! Народный артист России Филипп Киркоров. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вы знаете, время идет, меняются ритмы, стилистика музыкальная, поэтому я хочу немножко похулиганить. Да простит меня автор этой песни, «Соловьиная роща», Давид Тухманов. Мы сделали такой дискотечный вариант. Леня Руденко, мой друг. Ленечка, выходи. Диджей Леонид Руденко. Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщет, роща соловьиная стоит, белая березовая роща. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный птах открывает песнь свою со звездой. Из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. И земля становится роднее, и сердцам понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей, маленький волшебник белой рощи. И совсем не ведая о том, ты напел заветное мне что-то. Эту песнь да записать с пером, что от журавлиного заросли черемухи душистые, соловей российский славный птах открывает песнь свою со свистом. С этой песней так тревожно мне, с этой песней так возможно счастье. Много было песен на земле, только соловьиной не кончай. Лев Валерьянович и сам любит на эту тему поюморить, но у некоторых его шлягеров есть настоящие названия. Вот у предыдущей есть название народное «Из полей доносится Атош». Ну и у следующей песни, Лев Валерьянович, тоже есть название, которое придумали люди, и не нам с вами с этим спорить. Она называется «Лайла». Лайла. Нет, от вас нужна строчка, знаете, какая? «Что это были я и ты». Ну все же, Лайла. Прощай. Лайла,
со мной вместе молодые самоцветы. Вот ребята вышли, они пойдут сейчас в зал, будут давать вам микрофоны, чтобы вы все пели эту песню, хорошо? Давайте маленькое караоке. Ина, спасибо, привет. Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, под белым небом января мы расстаемся навсегда. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Сможем мы в июльских звездах небосвод. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, пустое небо. Чем прозвучит следующая песня, одна из, наверное, главных песен в карьере, в жизни артиста Льва Лещенко, я бы хотела с удовольствием пригласить на сцену Большого Кремлевского дворца. Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. Руководитель ансамбля, народный артист России, генерал-майор Виктор Елисеев. Мощный, сильный, глубокий, добрый, красивый, настоящий победитель. Спасибо, спасибо. Давид Тухманов, автор песни, которую мы будем сейчас исполнять.
Дорогой Лёва, я счастлив, что стою сегодня здесь, вот рядом с тобой на этой сцене. Это прекрасный твой чудесный юбилей. И ко всем чудесным словам, которые были произнесены сегодня в твой адрес, мне хотелось бы только одно добавить, что из всех достоинств, талантов, которыми тебя одарила судьба, скорее всего, самое главное, самый главный дар твой – это душевное благородство и доброта. И поэтому у тебя так много друзей. Вот они пришли сегодня здесь. Весь народ, который сидит в зале, эта публика, которая так любит тебя. Это чудесно. Я хочу пожелать тебе просто здоровья и счастья в семье. И чтобы ты долгие годы радовал всех нас. И пусть искусство твое будет так долго радовать весь наш народ. Музыка Давида Тухманова, слова Владимира Харитонова «День Победы». Исполняет Лев Лещенко. Как он был от нас далек, как в костре под ушем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, день победы, это день.
Спасибо, я счастлив. Огромное вам спасибо. Моя любовь вам, дорогой мой зритель. Спасибо. Спасибо. Много раз спасибо.